все представить, как себя Димон. Это видеоролик, я хочу видеоролик записать про свою жизнь. Звание этого видеоролика — походка домой или моя жизнь. Видите, у нас, я живу в городе Тапсе. Видите, вот здесь у нас есть торговый центр, Красная площадь, Магнит. Да, такие вот дела. Там я работаю, видите, это здание слева, которое находится. А потом, все же я только записываю видеоролики, где про это сказать, про игры, я решил про себя записать. Ну, чем я занимаюсь постоянно, а? Что еще сказать, да, погода не очень, видите, дождик идет, но солнышко еле светит. Вот, это Красная площадь, да. А еще у меня есть мечта, я хочу съездить в город Санкт-Петербург. Ну, там мой друг уже живет, не только из-за этого. Его Сергей зовут. Просто у меня пока не хочу, просто пока там возможности не съездить, потому что деньги накопить, а из-за денег пока там нормально, ну, много денег надо копить, но пока нет денег. Как накоплю, появится возможность, я за вас съездил к нему. Там, говорят, очень красиво. У нас тоже нормально, а? Я все повторяю, живу в городе Тапсе, вроде воинской славы. Я этим горжусь, я в таком городе живу. Ай, ну мужик, ну быстрее, а? Нахрен, а? А, блин. Да, сейчас я себя покажу. Вот он я, привет всем. А, дорогие подписчики, желаю вам побольше, так сказать, подписчиков. Всего-всего остального. Да. И я сказать, что... Я всегда рад вам поставить лайки за ваши видеоролики. Мне ваши видеоролики, в общем говоря, очень нравятся. И классно. И здесь собачки идут, а? Две. Ага. Вот такие вот дела. Сейчас я покажу нашу речку, Туапсинку. Извините за некоторые неудобства, но качество видео будет не очень, потому что я на телефон записываю. И, блин, звук, потому что машина едет, здесь хера не слышно. Да. Вот наша речка Туапсинка. Видите, как она течет, да? Наша вот так вот, да? Вот здесь Роснефть написано, как раз таки именно Роснефть, я и работаю. Вот видите, бочки здесь, а? Всякая всячина. Вот такие дела. Там дальше он чупа-чупс, его издалека не видно. Ага. Вот, дальше там факел идет. А здесь я речка, так сказать, покажу. Я покажу, чем я занимаюсь. И все остальное. Пошел вот так вот. Да. Первого просмотра моего видеоролика. Да. Да, пока я паузу нажму. В эти итоги я постоянно хожу на работу. Ну и еще я ходил раньше в школу по итоге постоянно. Вот туда, вот туда, вот туда. Вот оттуда я хожу постоянно, хожу на работу. Видите, там, когда мужчина машину свою ремонтирует, ну КамАЗ, там что-то случилось походу у него. Здесь дофига машин ездит, звук ни хрена не слышно. А вот здание, такое окна у него все разбитые. И вообще тоже закрыто здание. Вот этой дорогой я постоянно хожу, сказать, на работу и домой. Ага, и кровельный центр. Ага. Так что здесь всякие надписи, кусты и всякая всячина. Здесь, как обычно, свинство везде бывает во всех городах, блин. Ё-моё, нашей стороны. Как говорится, погода. Сейчас повторяю, не ахти, дождик идет. Ага. Вот так вот. А у нас дальше железная дорога идет. Вот сейчас там поезд стоит. Мне путь загораживает. Слово-то такая. А что вот так вот? Это все, я только постоянно по игре записываю. Сейчас я еще думал записать по свою. То есть чем я занимаюсь, все такое. Ну, люблю, конечно, компьютерные игры, это да. Это тоже мое занятие, сказать. Ну, знаете, какие игры люблю. Что говорить? И телевизоры, камеры стоят на здании. Ну, как и полагается, видите. Мне по это какие-то штуки. Ага. Дышит забор, там вообще дырку. В этом заборе пофигачили. А дальше лес идет. Вот так вот, да. Так, посмотрим, загораживает мне или нет.
А что, да. Не, повезло, нормально все, не загораживает ни путь. Здесь у нас там протекает речка-вонючка, как говорится, вон. Могу даже показать, что бы не показать. А, здесь мы хотели магазин построить, но в итоге ни хрена не получилось, как бывает. Вот видите, здесь речка-вонючка протекает. Да, в детстве здесь постоянно играл, корабли пускал. Ну и все, ну как всем, всякой тщательно занимался, а. Где уже было нечего, я вот так пройду, а. Вон какая-то девушка идет. Ну, красивая. Ага. А что вот такие вот дела? Да. Там какое-то предприятие, правда, я не знаю, чем именно там занимаются. Туда нельзя ходить. Понятно, так. Что там типа? Жестяной цех, а вот что это. Ясненько. Да. О, ну вот транс, оттуда вагоны. И там вон 9-этажки. Очень прикольненько. Ну, это вообще прикольно, просто прикольно. Сейчас еще мы, вот видите, мусора хватает, бревен, всего-всего. И как проволока загородили, что нельзя ходить, а. Видите, рельсы, как я и говорил, железная дорога идет. Так, и посмотрите, там мост, которым я тоже прохожу. Так, что еще? Здесь дальше вон идет. Здесь дорога, она далеко-далеко проходит. Здесь вон горы. А, вон там мой дом, его, он, конечно, я покажу, где я живу, как раз таки. Пока пауза. Вот, там чем-то занимается у нас. Что-то делают, я поверю, что делают. Видите, там что-то делают. Здесь я постоянно гуляю с этими собаками. Багира и Халиком, а. Сейчас пока там занято. И с ними и погуляем. Там песок забирают. Только не знаю для чего. Вот так вот. Да, это домик. Ну, не знаю, где сюда. Какая-то станция находится. Ну, здесь мы, там тоже мы гуляем. Там вот такая бочка с водой находится. Это у нас нет воды. Сюда можно идти набрать. Если вон, вон уже деревья расцветают, цветы. Ага. Так что вот такая вот там вагоны стоят. Ага. Сейчас всякие машины дофига. И все, все. Сейчас, в общем, покажу, где я живу. Дорогу. Ага. Да-да. Ну, здесь ничего такого интересного нету. Обычные мусорные контейнеры. В эту дорогу я постоянно хожу. Ну как? Домой. После работы. Ну и после школы тоже. А вот площадка, где я постоянно бегаю. Сейчас идиоты бегают. Мама и папа. Так, что еще? Вот это, ну, кстати, наш балкон, где я живу. Вот наша машина. А. Здесь я постоянно площадкой занимаюсь. На турниках подтягиваюсь, на брусьях занимаюсь. Ну, как обычно, а. Это мои занятия. Там придурки дальше стоят. Нет, вот там дальше. О, мой дом, видите, где антенна видна, где машина бегала чуть подальше, а. А я на Топовской живу, улица моя так называется. Есть деревья дальше, ну все такое. Ну и на этом видеоролик наш заканчивается. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте лайки. Счастливого дня. Ссылка на мой канал в описании. Всем пока.